Корейская народная сказка. Как жаба победила страшного змея. Случилось это давным-давно. Жили тогда на свете мать с дочерью. И были они совсем бедные. Однажды в дождливый день подобрала дочь жабу и приютила у себя в доме. Возле печи положила. Жалела ее девушка, едой своей делилась с ней. А жаба росла не по дням, а по часам, и скоро стала с большую собаку. И чем больше она становилась, тем меньше еды доставалось девушке. Но бедняжка ни разу не сказала жабе ни слова упрека. А около деревни, где жила девушка, с давних пор поселился громадный змей. Каждый год требовал он в жертву по девушке. А не принесешь жертву, на деревню навалятся страшные бедствия. Много людей и животных погибло из-за змея. Вот пришла очередь и девушке идти к змею на съедение. Горько жаловалась она жабе на свою судьбу, прощалась с ней. Отвели односельчане девушку к пещере змея, оставили ее там, а сами разбрелись кто куда. Да не видит девушка, чтоб жаба-то за ней скачет. Зажмурила бедная глаза и ждет смерти. Вышел змей из логова, вот-вот съест бедняжку. Вдруг видит, огромная жаба заслонила собой девушку. Завязалась тут жестокая схватка. Ждет девушка смерти, глаз открыть не смеет. Вдруг что-то как грохнет. Открыла девушка глаза, и что же видит? Лежит у пещеры змей бездыханный, а перед ним мертвая жаба. Поняла девушка, погубила жаба змея, ценой своей жизни спасла ее.